Фрунзенскому району выделено 275 миллионов рублей на капитальный ремонт в этом году. Примерно половину потратят на лифтовое оборудование. Городские власти планируют капитально отремонтировать 1500 домов. Денег выделили больше, чем в прошлом сезоне, однако приведут в порядок меньшее количество объектов. Собрано порядка 10 миллиардов рублей. В прошлом году сумма была скромнее, всего 8 миллиардов. Но при этом отремонтировать удалось 1800 зданий. Теперь сделают упор на внешнюю сторону зданий. Это дороже. Четверть всех средств направят на реконструкцию инженерных сетей. Однако рабочие признаются, ремонтировать их часто крайне сложно. Бывает так, что люди говорят, я у себя все поменял, не приходите ко мне, или я вас не пущу, или мне неудобно. К сожалению, не существует никаких штрафных санкций для собственника помещения в случае недопуска. Единственное исключение сделано для проведения работы по ремонту систем газоснабжения. На фасады во Фрунзенском районе потратят около 40 миллионов рублей, на крыши – 42 миллиона, и почти половина всей суммы уйдет на лифты – 147 миллионов рублей из 275 собранных. Кстати, 162 миллиона район получил за счет господдержки и 112 – за счет средств фонда капремонта.